Я несу ответственность не только за то, о чем подумал, но и за то, о чем мог подумать, но не подумать. Я не человек, я Эйнштейн. Если бомба будет только у одной страны, то это плохо. Мне нужно, чтобы ты была рядом. В чем ты была? В чем? Бомба падает, взрыв сюда! Хотел сказать что-то другое. Начнет шантажировать атомной бомбой весь мир! Нет большего рядом! Между нами лежала бомба, когда мы с тобой занимались любовью! Ты познал одно из важнейших человеческих чувств – ревность! Как тебя завербовали, тебе угрожали? Ты рисковала моей жизнью! Твои последние слова? Ты и я!